Всем привет! В эфире Insta News, дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Instagram. В сегодняшний выпуск угодили Айнур Туризбек, Айдана Меденова и Арман Ай. Айдана Меденова настолько глубоко ушла в воспитание детей, что уже подписывает свои селфи песенками из детских мультиков. Тем не менее, на интерес аудитории это никак не влияет. Пост уже оценили 17 с копейками тысяч человек. Певица Арман Ай же улетела очень далеко и вполне возможно сменила сферу деятельности. Учитывая, что сейчас она находится в Каире, создается впечатление, что ее творческий камбэк затягивается из-за того, что Арман Ай отправилась на раскопки. На самом же деле в столице Египта певица проводит свой медовый месяц. А вот Айнур Туризбек действительно находится в активном поиске. Причем ищет она себя, о чем и гласит ее хэштег под вот этой фотографией. Надеемся, что поиск пройдет успешно, и это выльется в очередную коллекцию с эпичным представлением на показе. Компания Samsung делится советом, как правильно отметить Всемирный день котиков. Поздравьте ваших хвостатых любимцев вкусняшкой или побалуйте игрушкой. Если же вы вчерашний праздник отметить не смогли, ничего страшного. Главное, не пропустите презентацию нового флагмана от Samsung. Чем еще порадует и удивят селебрити, узнаем завтра. Хорошего вам дня!